Как дела? Слушай, у меня нормально тут, я тебе вот хотел рассказать, что набрали тут заявок, в общем, разных. Я там все сейчас теперь переживаю, как тут все это вывести, потому что вот по павильонам была заявка, когда с тобой пару недели две, по-моему, назад да, разговаривали, я тебе говорил, что там на обсчет. Вот мы с ними заключили контракт, вот они предоплату внесли. Сейчас, короче, тут все, вот организационные вот эти моменты, потому что там профиль надо, ну, грубо говоря, купить, там в другой город везти на переработки, тут параллельно стеклопакеты, завтра на объект надо ехать, там документацию сделали для них, ну, тоже там за отдельную плату. Вот, чтобы ты понимал, павильоны находятся в парке Покровская-Стрешнева где-то. Короче, в Москве, на Войковской, если там ориентируешься. Вот. Там 5 павильонов, еще один у них. Короче, какой-то там Собянин когда должен приехать на проверку. Ну вот, чтобы ты понимал, тоже люди из интернета обратились. Вот, сейчас надо думать, как все это успеть по срокам и тому подобное. Потом по Газпрому я тебе говорил, по-моему, да, заключили мы контракт. Вот коллега у меня там заявку брал, она из интернета была. Там в совокупности где-то 8 миллионов. Это вот Газпром, это который все-таки по итогу с остеклением полноценным. Ну, не то, что там Фасад. полноценный, там фасад там какой-то, да. Ну, 8 Нормально. миллионов в совокупности. Так павильоны тоже, Кость, где-то больше 8 лямов. Нормально. И... Я же тебе говорил, что реклама вполне себе окупаемая. Не, я вообще вот тебе благодарен, я только не знаю, как теперь тут все это вывести, потому что я еще перегородки что-то до этого, все равно заявки приходят, а ты знаешь, когда тебе там обсчитал заявку, тебе 5 плюс миллионов такой прикидываешь, а тебе там, ну, скидку там, да, там что-то 200 квадрат, ой, на 200 тысяч, на 150 считаешь, как-то немножко по-другому смотришь на вещи. Да, уже не так охотно делать, хочется это все дело. Ну, я, кстати, тоже еще контракт по перегородке заключил, хотел тебе сказать, небольшой, в Зеленограде, в твоем направлении, кстати. Ну, это не Вот. совсем мое направление, ну ладно. Не, ну там, в принципе, погоди, ты по Ярославке, а там Да. Ленинградка. Да. Там на 700 тысяч, там где-то 650, вот. Ну, нормальный. Причем, вот знаешь, они что-то недели три собирались после обсчета. Ну, я там подешевле посчитал, чем конкуренты, вот. И потом они думали, и я потом съездил на замер, все там встретился. Он говорит, конечно, что-то перегородки, вот, говорит, до последнего хотели отказаться, уж что-то слишком дорого стекло сейчас. Я говорю, да это, ну, нормально, вроде ни с какой, не с особой наценкой даже. Вот. Короче, теперь тут... еще коллега у меня, Вера, она съездила там на объект тоже, ну, с техническим, с нашим, с Андреем. Там садик. Большая заявка. Тоже сложная, но она реально тоже здоровая. Там с остеклением связано. Что-то там садик надо будет делать. И еще заявка есть. Ну, причем они такие, вроде тоже платежеспособные, все там плюс-минус такое волатильное. Еще заявка есть на на поликлинику, на реконструкцию. Вот. По-моему, тоже из интернета. Ну, короче, они такие, как бы, ну, понятное дело, непростые, но и не такие, не на 100 тысяч рублей. Вот. Нормально так, нормально. Ну это круто, поздравляю. Да тут пока не с чем, надо все это вывести. Но я тебе потом по ходу дела расскажу. Потому что я еще, естественно, тут у меня навык общения такой, знаешь.